Всем привет! Представляем вам рестайлинг детского квадроцикла Motox H4 Mini. Модель оснащена передними и задними амортизаторами. Задний дисковый тормоз. Суппорт окрашен в яркий красный цвет. А также установлена защита тормозного диска. Натяжитель цепи. Чека для безопасности вашего ребенка и ограничитель курка газа для регулировки скорости. В рестайлинге изменен рулевой механизм. Теперь с рулением квадроцикла справятся даже самые маленькие квадроциклисты. Ручной стартер нового образца облегчит пуск двигателя. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!